Читайте в новом номере газеты «Нарва». Лидер идовирусских профсоюзов уверен, люди ждут, что кто-то решит их проблемы. Почему рабочие не борются за свои права, читайте на четвертой странице. Также на этой странице найдете опрос «Кто в тимуровцы пойдет?». Мы спрашивали нарвитян, пошли бы они помогать ветеранам в канун 9 мая. На стадионе «Кали» полным ходом идут строительные работы. Каким он будет после обновления, читайте на пятой странице газеты «Нарва». Газете «Нарва» 15 лет. Как всегда, шумно и пышно был отмечен очередной день рождения издания. Фото отчета о празднике найдете на 7-й странице нового номера газеты «Нарва». Читайте на 8-й странице. Как закладывали краеугольный камень нового завода «Масел» и сколько новых рабочих мест он принесет Идовирума. Лидер Центрального союза профсоюзов Хари Талика уверен, статистика – это ложь, а безработица не снизится в ближайшее время. Ритмы джаза 2010 – настоящий праздник. Как проходил детский джазовый фестиваль в этом году? Отчет с фотографиями найдете на 13-й странице. А также в новом номере газеты «Нарва». Традиционно найдете свежие спортивные и культурные новости, полезные советы, итоги очередного розыгрыша лотереи, для малышей Ерошкину страничку и прочую интересную и полезную информацию. С газетой «Нарва» не скучно.